даже наказывая, даже лишая чего-то за провинности, ты должен всегда им показывать, что ты это делаешь, но ты всегда их очень любишь. Особенно, когда дети разновозрастные и возникает ревность, да, к младшим, то, что вот я сейчас, наверное, наблюдаю, да, я, в общем, сколько мне их четверо, я постоянно это наблюдаю. Вот. А старшие должны знать, их любят точно так же.